Ой, блядь, что я сделал? Извиняюсь, не то дал. Вот так. А, ты же мне просто накладку можешь дать, ё-моё. А я ее сам нанесу. А где Ариги? Ариги в ГБ, сейчас поставлю. Закину. Инженеры, поставьте почту, пожалуйста, чтобы убрать. Нет, я сейчас закинул ГБ, я думал, ты слышал, инженеры. Пошлите. Югор, Танчик, все идите бейте. Сейчас мне Андрюха сделает. Иду, спешу. Ну как сделаешь, короче, кинет обмен. Тут вроде как не больно бьет. Егор, хочется еще пачку ловить. Выбейте из огня. Сейчас добьем трэш-мангу. На пульте там танк. Блять, ну вы стойте, либо сверху. Сверху, пожалуйста, стойте. Там еще мобы поставили. Пустила, но трэша, ебаный рот. Ну тут он не сильно бьет, просто надо этот, главное, удержать на него. Ну пусть топнуть, подберете, да будет бить. Да блять, меня охеряют по КД. Ну то не сильно бьет. Не знаю, нахуя вот этот толпень ебучий. Я не знаю, кто загрил. Видел, ну Ваня пошел загрил. Ну, хер его знает. Притом, создает танка и потанчи здесь такой пах. И собери его. Печенку, зайдите в эти жаровни танками. То есть, когда можешь, бегите в ту сторону. Да я вообще двигать не могу. Вон, просто шаг и не пишет сразу. О, еще один пир сразу. Третий пир. Он бегает, как долбоёб просто. Смока. Бегай, хуй. Дорогой, где ты был? Я, кстати, если что, гражданин Каразанчик, еще не могу почти целый день играть, жена на танцы пойдет после работы. Это она тебе так говорит. А? Она тебе так говорит. Шутка. Бля, офигеть. Я честно не понял. Не понял. Так я блядь, знаю, я короче понимаю. Считаю, что, ребят, я считаю, что, блядь, 5 человек могут говорить, остальные не могут. Это вообще нихуя не красиво по отношению к остальным. По крайней мере, на трэше. Ну, раз уже пошло такое дело, блядь. Вот эти, блядь, сифоны от микрофонов, нахуй, они заебывают. А у кого это, у меня? Ну, не знаю. Извиняюсь, у меня сифоны от микрофона. Лучше стало, Егор, или нет? Ну да, ну, пока не скажи, от меня были эти фоны. Еще извинений. Бля, меня эти пиздюки гоняют, как не знаю, как слюшку какую-то. Непонятно где. Ой, опять побежал. Блять, заебали, черти. Ну мне 33 мудака, я не просто. Мне нравится надпись в спрей-чате. Био пару минут. Пару пять минут. Мало ли приспичило человека сильно. Зависело от сложности прохождения. Под чередей. Вы занимали эти пидрасы. Я просто по КД. Закиньте антифира кто-нибудь в Христа ради, еще работает. Ну, тебя не спасет. Да, ну, блин.
Ладно, не тот хер. Закиньте маны, подруид. Андрюха. Так, Галина, по-моему, тоже сегодня не может, поэтому надо ее кикать. Да. Блять, может мне взять на таун себе, блять, символ? 29 сюда может надо не бить, я хуй. Не, оставляй лучше, пусть мас поджинка отдает. Тебя чисто страшно будет одни мобы, которые демон. Ну их на срок до хера будут напуливать тебя. Плюс хант один есть. Так, надо печь перезакинуть, хватит, сейчас печку. Бутона сюда. Сюда. Женька тоже. Угу. Так, тут надо 5 минут Андрея отойти пока что по тактике. Ну, тихо, не роль, не подкрепляйте. Ладно, рассказывай ты. По-быстрому. Что рассказывать? Все как в прошлый раз. Ну да, так не все люди, которые были. Людей на портал только поставь. Да, если сделаю, это рассказывать. Стоите, бьете босса. У босса нихуя нету спылов. Ваша задача просто убить. Но два спыла — это огонь на земле, в котором вы не должны ебланить сейчас. И дебаф, который длится 10 секунд. Ваша задача на одной секунде дебафа стопнуть каст. И ничего не кастить, пока он не спадет. Пока висит меньше там 2 секунд, ой, больше 2 секунд, вы можете еще кастовать. Дальше, кубисты, ваша задача в один момент нажать кубы. Когда вам говорят отпустили, вы его сразу отпускаете, его держать не нужно. Но не раньше, чем вам скажут. Дальше, 3 пака трэша. Слева трэш, который вот со стороны печенки. Выходят демоны. Ваша задача. Видите демона, хуярите демона. Декурсеры, маги, совы, друиды, шаманы, рестеры. Все декурсите. Бьет до хуя курса. И медики как кикают все косты и жмут свои там фиры паладиновские, станы паладиновские. Короче, вы их контролите. Вообще похуй как, главное контрольте. Меньше урона по рейду, все хорошо. И важно, смотрите за своим агро. Кто умрет от агро, ебаните ему ГП. Дальше, по центру, который между фиолетовой и луной. Самый опасный трэш — гитаристы. Ваша задача, РДД вас мало. Вы держите, ой, бьете мобов, которые на танке висят. То бишь на ком там, на варе у нас. Там их будет 3-4 штуки, они в пачке, вы их ауешите, и, короче, должны захуярить побольше. Меликом их грипают, и ретрик будет фирять у нас, кто там ретрик с отцуны пофиряешь. Дал ходж, потом фиряешь. И снова следующего грип, фир, грип, фир, грип, фир, и, короче, пока всех не убьете. Если видите, что фира на нем нету, съебитесь от него подальше меликами, потому что ебанет за 1 секунду вас. Пока нет фера, бить нельзя его. Дальше. Последний трэш справа — это будут бесики. Ваша задача. Стоите, курите, ждете, пока бесики все выйдут. Кто, блядь, сорвет агро на бесиках, тоже получит ебаное ГП. Мне похуй, что ЕП аук, и все равно получите ГП. Короче, задача бесиков — не давать по ним станы. Станы дают только паладины, только танк. Вар. То есть повесить диминишинг на бесиков — это пизда сразу, можно забыть. Когда вам говорят, пошли бить бесов, все дружненько прибегают и бьют бесов. Не таргетно, а ауе. Вары там свичаетесь с одного бесика на другого, бьете рассекающим, короче, таргетно нихуя не бьете.
должны умереть в один момент, а не все. Ну и все, дальше. У босса ХП не 100 лямов, а 50 на самом деле. После 50% ХП идет вторая фаза. На второй фазе все сбегаются в желтую метку, вот сюда вот. И идет потолок. Потолок обрушился, всех прохилили, все выходят обратно в центр, где стоит магик. Все стоят, не чилят в лужах, убегают от луж и просто добиваете. Экзекутка, тупо стоите, хуерите босса. Важно, печати Максиридона, дебафы. Они жгут вам ману и бьют на процент от вашей маны. Чем больше вы слутаете этих печатей, ну, урона от них, от последнего тика, тем хуевее для рейда и для вас самих. Все, это весь босс. Делать нихуя не надо. Задайте вопросы, напишите, кому что непонятно. Поставьте шкаф еще, с ума не вводли. Ну и самое важное для тех, кому попроще, бейте трэш. Похуй на босса, бейте трэш. Босс умрет от старости. Может, большим демоном косты. Да, большим демоном косты на декурсе, маг. Ты здесь? У тебя есть какой-нибудь аддон? Там, его Будду? Ой, блядь. У него когда нет проходки, знаешь. Бугой спрашивает, кого нельзя сорвать с танка в любом случае? Тогда тебе это... Ну, у тебя проходки нет. Тимур, когда вы привыкли, Тимур здесь кто-то из вас? Я здесь, да. Заходи в рейд, будешь кубы прожимать. Давай. Бегать. Все, Силифейс, в следующий раз напомним тебя по-любому на чемпов. Не только Нуб, нужно все. Напомни, в следующий раз тебя надо будет на чемпов и на валик на следующем ПД взять. Еще 25 минут. Ребут, ну один на один трай надо сделать по-любому. Заходи, Маздай. Ну, Андрюхи нет. Ну, да, сейчас он придет. Один трай по-любому сделаем. Еще валькир на... Ну все, ты тогда пока не можешь пойти в рейд кикаю тебя, иди занимайся, если ты хочешь, своими делами. А тебе тоже удачи. Смотрите, ребят, сейчас стоят метки, вам проставлял всем. Данг, Вудли, Ренессанс, Притон. Все вот эти люди будут прожимать кубы. Как вы это делаете? Вам сказали, поприготовились, там пришли. Кубам зашли на платформу, когда сказали нажать кубы, зашли на платформу, нажали куб и держите, пока не сказали отпустить. До этого момента не отпускайте и держите. Собьется в касс только когда все 5 лучей появятся. Ну, обязательно. Так, на декурсе, блять, а что на декурсе? Ваня, ты на декурсе? Андрей, пусть декурсе. Андрей не танчит, если что. Ага. Ладно. Это как помнишь, как там забивать на кубар, да? Еще раз говорю, сказать вам, зашли, ну, как в отучке, зашел, прожал, держишь обязательно. Пока не появилось 5 лучей. Ну, а тебе это заносится. Ты просто нажми, прожми и держи. Все. А не бить босса, или бить? Бить. Здесь бьет босса, здесь не так, как в отучке, здесь... У тебя там будет секунд 10, чтобы прибежать и нажать куб. Ну, то есть тебе там за секунд 5 заносят. Нужно прожать кубы. Ты побежал к своей платформе, ждешь уже кубов. Когда сказали прожать, зашел на платформу, прожал. Держишь, пока не сказали отпустить. Отпустил, сразу же убегаешь с платформы, мгновенно идешь бить дальше босса. Ну, после босса там уже будет появляться мобы, и нужно будет мобов бить. Твоя задача будет напуливать в первую очередь левых мобов, это самый левый портал, в Годдема. И Хироги это тоже делают. Также сбивать все косты, но это больше не к себе, а к рогам в первую очередь. Вот давайте даже так распределим. Выходит три моба. Первого моба сбивает косты Никотин, второго моба сбивает Владюха косты, третьего мобу Мистер Бон, четвертого уже подстраховывает Троянский по костам. У меня вопрос. Гитарист из Центрального, правильно? Да.
Да, также, когда мы бьем босса возле кубов, вначале никто не тусит, чтобы там огонь не разлился в кубе. На каждой кубы будем какую-то прожимку отдавать, ну там, айсбаунд и так далее. Также, когда будут выходить левые мобы, мы тоже будем отдавать прожимку какую-то, ну, по очереди, чтобы меньше шанс был сдохнуть. Также Саня знает, что надо считывать каждый раз танков. Такой момент. Расскажи, как хапалу, Ваня, делать, как прохиливать. Для 6 частиц в Гандема и через всех остальных, все. Также вот приоритет здесь всегда трэш. Играете, ребята, все по трэшу. Вам сказали все, бьете ауетками. Единственный трэш, который бьется по одной цели, это гитаристы. Что это значит? Это центральные мобы, такие демоны. Они будут выходить, их будет 4 штуки. Вначале одного будет гриппаться под босса, вы играете по нему. На него еще будет ставиться череп. И по черепу вы играете. Также декатники не забывайте, вы закидываете в него колы обязательно. Ну и Саня со Суной будет его фирять по КД. На, Ваня, тебе помощник. Я бью сапрот. Да, ты пьешь, танки пьют сапрот, и все ДДшники пьют не танковские, а эти ДДшные классы. Ну, кубич ты тоже, все три части может тоже саппорты выпить. Кроме Гандема могут все танки на ХП выбить фласки. Так, у нас все равно пока время есть, я пойду спек еще сделаю, чтобы меня меньше пробивало. Ну, у нас теоретически 20 минут еще есть. Вот. Не, Андрюха здесь, мы уфолога ждем, ему нужно было отойти срочно. Блять, а я выпил фласку, короче, я вышел из мира, скажете, зайду. А логично, понятно. Да, 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 окей. Сейчас Андрей приходит, мы сразу глядим. Бля, сейчас я Сергей, я хуйней занимаюсь. Егор, видел, я тебя там скинул? Так. Курва посидела. А так это такое бывает часто. Да, скоро ей пизда придет, она чувствует это. Не, я, короче, впервые выхожу с флаской из мира, нахуй, в рейде. У меня 877 золота осталось. Я, короче, пока это, руду копаю, пока Андрей не придет нам. Или траву пособираю. Надо шнурки взять в рейд, вместо кого-нибудь. Хорошо дамажит. Вместо уфолога пока нет его. Или он танчик. А кто четвертым танком будет? Все понял. Ваша версия клиента устарела, пожалуйста, обновитесь, используя наш лаунчер. Все, короче, вагон вернулся, давайте гулять. Подожди, я пошел все в спек переделать, быстро. Знаете, этот шкаф. Ты заебал со своим вагон, блядь. Да, сидим уже больше 5 минут ждем. Да нормально, он тут сам что-то идет, то вы спрятаетесь, блядь. Бля, я каждое КД, я везде всех всегда жду, ебать, надо было отойти, вы что, ебанулись или что? Я нон-стоп в этих ебаных рейдах, просто нон-стоп, до талого сижу. Просто надо вырубить голос всем, и все. Короче, из мира никто не выходите, нахуй, ни в коем случае, обнова, не дай бог, чтобы что-то произошло, и будем ждать еще кого-то, я уже обновился. Пойду обновляться. Чё, Саня, тебе долго там? Тихо. Недолго. Уже. Да. Так. Сейчас только вынесу таланты еще, потому что скидом. И будем. Вон можно было взять шнурки вместо тебя. Нельзя было взять. Все, уженек потанчил. Надо шнурки только взять вместо кого-то другого. Сейчас подумаем, кто меньше дает. Окей, смотрим.
Сейчас по аккаунту. Бакати, Женек. Нет, ты понял. Я к тому, что мне надо было меня ждать. Да забей хуй ты на это уже. Бьем так пока что, это тратьем, чтобы никто не заходил. Пять, заходи, будем начинать бить. Штангел рыба. А, поставьте шкаф, не шкаф, а гильдбанк какой-нибудь. Я рыбу достану. И будем гулять. Благодарю. Все, ждем Петя, заходит и будем начинать. Нет, блядь, глина хотя. Да не убьем мы, Сань, все равно. Там босс бьется. Ну да. Один трай сделаем и смотрите хотя бы, что происходит. Рыбу кушайте, уже поставили. Вот тут щедрый человек поставил он какой-то. Убивается за 12 минут. Вместе с трэшем, с 12 минут. По эсэсам. Давай один таких мега срывальщиков на эссенса закинь, джанг. Притон. Притон закинешь, давай на сосуны. Он не сдох. Паразиты, кровососы, пейте мою кровь. Убрал штурки вместо Пети, поехали или что? Петь себе долго обновляться? Нет. Смотри, что пил на сову, блядь. Зиблан, да. Поднимаю. Ну да, можете мне сменять. Меня не пускать на сервак. Глина, заходи, ну не глина, не знаю, кто там. Глина, заходи, греет. Вставь чешка. Ведь пока на замене побудет. Сумоньте его, сразу куча рыбку. Че, здесь можно печать повиновения включать? Можешь. О, запустили. Анали. Нас заходите, да, сделаем один трай, принято. Немного. Этот. Том обновитесь. Много обновило? Будем добивать майнинга и скрин сделаем. Так, теперь по костам. Маздай сбивает рамбу, сбивайте именно к расслечению, исцеление тьмы. Вадюха сбивает пеньки. Луне сбивает мистер Бонд, никотин трусам. Звездочки позбиваю я. Играйте вначале по черепу. А где череп? Вот он. Все, готовность на пол. Все, все готовы. Добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. Вы можете не сбивать, здесь именно исцеление надо сбивать, ребят. Представьте там череп. Да. После этого заиграете, в следующем по черепу играем, следующий. Короче, моему мобу исцеление вообще не сбивает. Алло, Роги, 4 Роги было назначено. Сбиваете исцеление. Вместо залпа. Потом прерывание, собственно. Нет, он может просто залп сбивал рога. Который... Я уверен, что... К
Ставьте новый череп. Следующему черепу и сыграем. Босс через 30 секунд, еще 3 моба надо добить. Там лоу хп вроде как. Теряется там варами, крестами. Закастуй и бомжа еще, Андрей. Троянский, который. Все, этих локи там забанили, забрали. Егор под себя точно подтаунчивай и беги уже в портал. Встань где-нибудь по центру там возле порталов. Так, я первый танк. Еру не надо? Еру. А то не озвучивается, а шаманин дают. Ну да, справедливо. Блять, у нас совы нет, есть проблема. У меня не хватает меткости для совы. Надеюсь, танк не промахнется. ШП есть? Нету ШП. Второй? Да, ты второй. Ой, ты приготовься, ты третий. Кубисты. Скоро будет вспышка. Ой. Вань, поанонтишку бы. Будем подводить под мобов. Кроме бесов, к бесам только когда все выйдут, тоже босса подведем. Андрей? Приготовились. Нажали. Одной не нажали. Отжали. Да, сука, ну вы можете один человек говорить, пожалуйста? Да надо троем. Так, сейчас я по трубе буду следить за этим. Демонов бейте. Демонов чисто говоря. Подводи бой. Я подведу босса. Космический. Айсбаун. Андрей, залей пока Эйнер по готхелпу. И приготовься босса. Ты следишь из ядра. Подведи чуть ближе босса, чтобы клифф тоже проходил. Вань, дай дэр по эссенсу. И ребафл сразу. Косты сбивайте, ребят, пожалуйста. Бля, на пульте как-то хуйня. Через 9 секунд. Таунт промазал. Вот это пизда. Я заберу себя, Андрей. Нажали кубы. Еще один. Звезда. Не нажали кубы. Звезда и нажал кубы. Но я не знаю. Люди там Godhelp особенно. Печати мог Тиридона, смотрите. Это ваша ебучая мана. Без маны вы не дамажите и не хилите. Дальше. Я обращал внимание. Гребаная гро на демонах. Неужели так сложно, блядь, посмотреть, что у вас там моб красный или желтый уже перегревается на вас? Это ж не сложно, ну, блядь. Откройте какой-нибудь скади в рекаунте агро. Посмотрите, что вы, блядь, дохуя агро. Да вообще поебать на пулы, блядь, следите за собой. Никто не обязан за вас что-то делать. Ну, я согласен с Войдом, блядь, потому что, ну, типа, в рейде дохуя на пулу, блядь. Ну, типа, подсобите, чё сложно, лишнюю кнопку нажать или чё? Дороги косты не могу забить на мобах. Видимо, сложно. Прибуд 8 минут, обновляйтесь. Выходите, идите, обновляйтесь, мне надо... Так.
там каждый рога, в принципе, одного моба может напулить. Типа, первый убирает ГДМ, второй, допустим, мистер Бонд напуливает в ГДМ, а третий Владюху напуливает. Сейчас, Карс. Если что, демоны — это самые простые мобы из трех. Ты видишь, у нас сейчас так получилось, вот на этом трае, например. Мы не успели залить демонов, а бесы уже вышли. Вот еще. Потому что свечнулись демонов, все кончились 15 только. Каких 15? Их почти сразу полетели, милики. Все бы не, я говорю просто, 15, что... Сигора бы не сорвали агро. Когда пал демон, последний, уже два беса были под магиком. Да, будет нормально. Даже если на тебя трэш, беги все равно под следующую. Там похер. Не, мне просто нужно немножко это... побегать по этому... пару траев привыкать, и все будет хорошо. Да здесь многие люди первый раз, нормально. Смотри, еще раз напоминаю по нуполам и по сбитию коста первого с левого портала. С каждым порталом уходят разные мобы. Первый, вот левый портал, вот именно для вас роги важен. Первого напуливает, избивает косты ему никотин, второго Владюха, третьего мистер Бон, четвертого Егор сам позбивает косты четвертым. И остальные. FDK тоже запомнит на всякий случай, поможет. Не, логично, логичнее будет всего первого моба мне на косты оставлять. Хорошо, давай первого моба тебе на косты, второго никотин, третьего Владюха, четвертого мистер Бонд на косты. Потом с центрального портала выходят гитаристы. Там будет его будет гриппать под босса одного, и вы будете просто заливать его все. Третий портал, который самый правый, еще раз напоминаю, там выходят бесы. Вы не идете их бить до того момента, пока вам не скажут. Также вары не дают никакие рывки и так далее, чаржи. И также не станете их, пока не скажут. Станет будет только паладин. Очередность паладинов можно, пожалуйста? Очередность паладинов. Первый Сацуне, второй будет Яката, третий Вакати. Понял. Все знают, что такое гнев небес. Просто на экстрим были претенденты, которые не знали. Все, сейчас придем, побьем, и какого-то человека одного на замену будет. Один на замену, потому что Петю надо по-любому добрать. Урона много. У меня обновилось. Ну, обновляйтесь, дождем. Пойду пока поем. Сколько там есть минуток. Что у нас травник со стажем, блядь? Есть смысл скверноплюс собирать, блядь? Лотос не дропнется вообще когда-нибудь, нахуй? Да. Дропнется. Одинаковый шанс со всей травы. Со всей бока травы лотос может упасть рандом. Мне кажется, сияние грез нихуя не падает. Я ее собрал раньше... больше всей травы за все время существования этого персонажа и ни разу не сли не дропнул. Я на экстри фармил магом пустоверти, как он там. Пустоцвет. Пробую на нем, пробую. Что-то мне не нравится. Тарашишка лучше всего. Ну я с него всегда фармил.
Блять, какие же, сука, фрост-ДК охуенные здесь, пизда. А пускоцвет вообще стоит что-нибудь там? Он дорогой должен быть, он на быка фласки же канает. О, Лотос. Только сейчас откатит его, отвечаю. Че у вас? Тама? Спотверьте? Угу. Короче, если что, я тоже, блядь, выйду из Дискорда, телефон надо.
вообще, в принципе, на какого-то кастера вешается, нужно стопнуть каст, потому что отнимается мана и наносится, по-моему, 50% от твоей маны урон. Когда дебаф заканчивается, и все время того, как он закончился, ты кастишь спелл, то он тебе носит много урона и ману жжет. Задача под окончание дебафа именно не кастить. Ты можешь кидать хоки, можешь кидать мгновенки, можешь дебафы кидать, но не кастить главное. Я ставлю рыбу, кушайте рыбу и будем пулять. Первые 5 начну я, по костам все то же самое осталось. Напомню еще раз, печеньки сбивает, где топор, звездочки сбивает. Мистер Бонд, Рамбу сбивает, Владюха, Трусам сбивает Маздай и Кресту сбивает Никотин. Избиваете именно с линия тьмой. Все, заходите вовнутрь, дебафните. Листобаф дайте, пожалуйста. Ну, 8% поменять. 8 плюс 5, это сколько? 13. И ты, Ваня, бля, еще 1% не хватает. Ладно. 5% меткости? Да. У меня плохо меткости вообще нет. Да камень какой-то. Надо было тебе, блядь, тапочки 245 с хитом. С ВК тогда? Давай. Страшно. Да. Вот это... Да, тоже меткость дает на спылы. Кольцо можно еще. А, нет, не это. Дополнительная с меткостью. Да. Забить хуй на этот саппорт пока. Шея у тебя, ну, откровенно кусочка. У меня нету другой шеи. Ну, у говна и палок собран персонаж, ну, ё-моё. Здесь не мейн персонаж. Ладно. Я по-другому. Что сделал? Перепуляет. Ну, все, давай добавим пул и поехали. Пять, четыре, три, два, один. Я их просто стянул в кучку. Неправильно. Дайте фирмара. Бля, с ромбика хуй подбил каску, у меня когда было что. Еще фирмара. Эти сальву дайте. Коин должен. Нет. Если играем по ромбику. Не. Нужно поставить череп. Давай по ромбику добьем ромбик. Тоже мало. Потом по черепу. Фир таймер наш мить. Мавр, зайди, вы нажми фир. Авар? Все? Видно. А, еще один остался. Через 7 секунд надо уловить босса. Забери на себя мобовший этот... вар, который у нас там. Егор. Минут. Геру дай, Жень. Раскудовать. Пока никому, потом закидывай по придону. Хорошо. Тут больше нет, некому давать.
Так, я на крестике, да? Да, ты крест. Запомни все свои метки. Вудли. Вудли печенька. Дай БР по Андрею. Вань. Не ребах по страну. Скоро будет вспышка, приготовь. Да, ты звезда, Андрей. Приготовились нажимать Q-B. Нажали. Ромбик, Тимур, пусть все. Отпусти. Егор, ты чего здесь не собираешься? Ханты на Егора, без. Ну, Фивара клянула ставить на это. Егор, зачем ты... Убирай последнего их. Пошли, а уехали сейчас... под баром, под баром. Тут два беса стоят вон где. Да, я сейчас одного клянула. Одного гриппа. Сука, спамчите, пожалуйста, гриппы дали. Фулл АОЕ. Йоката первый станет, скажу когда. Дай БР. А кому дать БР? Некому дать БР. Следующий стан, кто там сорвал. Еще один стан, все. Ну, бэров нет? Нет. Бэров не падает. А как понять, какой портал первый активируется? Он в него ушел. Рандом. Видишь, смотри, Егор. Егор, смотри. Дай, подожди пока, не падаем. Вот смотри, все гитаристов хотел показать. Егор, смотри, просто стой по центру и смотри, следи, какой портал активируется, там в нем загорается такой зеленый этот. Он в него луч дает, оранжевый. Я понял. Войд, блядь, ты два раза проебался. Что за хуйня? Вообще вара ставить на безов — это такое сложное мероприятие, поэтому... Но поздно, поздно этот затанчил. И убил два раза условно. Егор, смотри, тебе проще всего будет... Каждого моб вышел, ты ему сокрушение дал. Следующий моб вышел, ты ему сокрушение дал. Вот так. То есть по таргет на их собирай. Иначе не будешь. Да. Я просто сейчас поебал момент, когда они выходили. Ну все. Ой, ты два раза проебался, это. Моя кровь станет вашей погибелью. Акула. Ну, что видео я тебе могу, блять, пруф ебаный смерти. Долго смотришь, атака. С атаки быть должно. Атака. Посокрушительного. Значит, ты не затаунтил вовремя. Просто прими, что ты проебался. Все, сейчас сделай нормально и все. Сейчас никаких претензий нет, ничего не начисляется. Ты проебался, все. Сейчас сделай красиво и как надо. Заходите. Прочь, паразиты. Моя кровь принадлежит мне. У меня есть 1%, что я вам промажу. Так, блин. Еды там что-нибудь купить такого. У меня, если что, есть пушка дома в гильбанге, по-моему, с меткой. Там одна дырка, надо, наверное, за ней слетать, чтобы этот процент убрать.
Поехали. Блять. Ладно, все. Добавим пул. 5, 4, 3. Это же самое дело. Поясом тут что-нибудь надо там согреть. Правильно. Из ДКшников поезд за косты бомжей. Женек тоже, если есть. У меня еще пока нет. Притону сальву какую-нибудь. Вы что, эфир пристали? На последний череп не остался. Поставьте слабос. Угу. Куда он побежал, не помню. Яра. Гань. Печать ему к Теридону смотреть аккуратно. Сейчас печать. Просто пышка будет приготовить. Идите по местам. Гитаристы нажали кубы. Все, спустили. Спустили. Гриппаете. Эфиряете. Черепок, грипп, фир. Я там, наверное, проебался. ДД бьют тех, которые без череп. По-моему, уворачивайтесь. Грифин грифы под боссу, вот чай. Ну дальше кто грифы почему? Ну-ка, да? НТПР по мистер Бонду. Черепок забирай. А кого он ворачивает? Андрей, как сможешь потом по Владю... Андрей, дай по Владюхе. Вань, дай по мистер Бонду. Врачивать сейчас волн. Еще гитарист.
Мишка, прожали. Прожали. Еще трусы никто не прожал. Пустили. Типа... Гудли. А, я добрый. Короче, первое, Егор, танчи гитаристов ближе к порталу. Второе, типа, не отпускайте кубы, блядь, без команды, типа, зачем? Там лужа была. У нее лужа стоит? Да. Все, понял. Сейчас лужа мне... по 2000. Обязательно в лужу, типа, ты можешь, блядь, в стороне стоять, ну, типа, просто, чтобы, смотри, волна и шла, она прям заходила в мелизону, она может не доставать мелизону. Mm-hmm. Нормально, сейчас уже всех посмотрели, в принципе, и... что делать. Один нам, Феряй по КД, реально по КД. Потому что за тебя умерли люди. Санька, помогай, тоже. Да, а это, починиться есть у кого-то, капец? Да, черт ставим. Я этот Ренессанс не назначил. FDK, ты бей босса, он стрелять-то может. Ренессанс ты будешь.